РНТВ «Саратов» объявляет о старте новой рубрики «За объективом». Мы предлагаем вам делать новости вместе с нами. Присылайте видео и фото, которые считаете интересным. Это может быть ДТП, прорыв трубы или городские свалки. Все, что показалось вам интересным. Житель города Игорь прислал к нам в редакцию видео открытых колоссов по улице Соколовогорской. Канализационные люки расположены прямо на тротуаре. С одного из них сдвинута крышка, а в другой добрые горожане вставили сухую ветку. Видимо, как предупреждающий знак, чтобы никто из прохожих не упал в открытый люк. Присылайте фото и видео на нашу электронную почту news или пишите нам, мы есть во всех известных соцсетях.